Нашли новые общежития. Они уже нас ждут, сидят. Все прекрасно. Получили счастье. И даже если отвезут, не соглашается. И пришлось ампутировать ногу. Большой привет всем зрителям, особенно подписчикам канала. Мы находимся на левом берегу. Нашли новые общежития, где очень много погорельцев. Мы ни разу здесь не помогали. Новые здания, ну точнее ремонтируют, делают территорию, дорогу, стройка идет, а там школа. Эрнест с нами, Павел, кто нас давно смотрит, их помнит. Светлана, но здесь идет ремонт. Поэтому очень плохо слышно. Мы наборчик передаем. У нас будут и мужские, и женские продукты. Два пакета и один пакет личной гигиены средства. Спасибо большое. Пожалуйста, Светлана. Спасибо. Да, и вам всего хорошего. До свидания. Так, унесете? Спасибо вам всем. Спасибо. Пожалуйста. Выгружаемся. Потихонечку. Вот первая сразу. Давайте. Гена и Оля, да? Вот, мужские, да? Мужские, вот здесь у нас. Ты 55 же нет, что ты меня нет. Дедушка твой есть, а? О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Они уже нас ждут, сидят. Как вас зовут? Люба. А по отчеству? Любовь Михайловна. Любовь Михайловна. Вас как зовут? Галина Ивановна. Галина Ивановна. Валентина Николаевна Зайцева. Валентина Николаевна, а вас? Лидия Викторовна. Лидия Викторовна. Да. Мы привезли вам продуктовые наборы и средства личной гигиены. Каждому спасибо, будут большие наборчики. Спасибо вам. Да, можете получать. Вот такие бабушка прислала носочки. Да, спасибо, девочки, спасибо. Возьмите. Пожалуйста. Вы нас не забываете. Вот носочки, смотрите. Вот спасибо вам огромное. Да, Бог дает здоровье всем. Тем, спасибо, которые люди нам вот это собирали, все помогали нам. Мы хорошо, очень вам благодарны. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Здоровья вам, счастья. Ну, какие так добрые люди в этой комнате. У нас комната очень дружная. У нас никто ни с кем не ругается. У нас все прекрасно. Ну так, четыре человека, комнатка небольшая, но вот они как-то, да, но что делать, как-нибудь разместились. А у вас у всех разрушено полностью, да, в этом, да, общежитии? Да, у всех. Ничего, на левом берегу меня дом разбили, мужа убили. Частный дом был или квартира? Частный, частный, да. Документов нету, поэтому ничего не дают. И пенсии ничего не получаете? Пенсию получаю 10 тысяч. Уже получаете пособие, да, 10 тысяч? Пособие, вот эти? Пособие, не пенсия, не берут это самое. Ну хорошо, спасибо вам огромное. Да, спасибо. Пожалуйста, вам здоровья, настроения хорошего, чтобы не унывали. Настроение, здоровье и терпение, терпение. Спасибо. Спасибо. Дает терпение, самое главное, да. Здоровье, главное. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Пожалуйста. До свидания вам. До свидания. Здравствуйте. Вот двое. Сейчас я... Как вас зовут? Геннадий Николаевич. Геннадий Николаевич, а вас? Ольга Викторовна, да? Погорельцы? Да. Здесь все такие, да? Да. В этом общежитии. Ну не все, а просто разбомбили. Ну да. А мы сгорели полностью. Мы называем погорельцами, когда полностью разрушено, независимо от того, сгорело, да, или просто. Кому негде жить, у кого все испорчено. Привезли вам помощь. Это женский набор. Ага, спасибо большое. Не-не, сейчас. Набор, три пакета, это один набор. Спасибо. Спасибо. Смотри, мужской, спасибо. Женский. Вам всего хорошего. Вам спасибо большое. Пожалуйста, помогаете. Поправляйтесь. Поправляйтесь. Рыбок уже не было. Не, у меня уже пожизненно. Это хроническое, да? Да, позвоночник. Я позвоночник. А вы с этого берега, да? Да. Красная зона. Как раз последний дом, а дальше домов нет. А потом Азовсталь. Угу. Мы находимся в районе, где недалеко Азовсталь. Да, прям рядом. В стороне. Буквально... Ну, там, восточные проходные и... Ну, буквально, сколько тут, ну, 100, 200 метров. И с левой стороны района вообще нет. Справа разгромлен. А слева и справа... Вообще нет. Нет, перед там,
разрушено так, что вот поняли. А там, там вообще все. Ничего нет. Попрощаюсь только с вами. Все. Да, всего хорошего. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Тарасов. Владимир. Владимир, а по отчеству? Александрович. Владимир Александрович. А вас как зовут? Курносов Игорь Викторович. Игорь Викторович. У нас здесь второй группы. Что у вас? Ноги. Ноги? Ноги, руки, ранения. Это после войны, да? Да. Мы можем помочь вам тем, что у нас есть. Продукты, набор личной гигиены. Знаете, вам две пары на сушку. Пожалуйста. Всего хорошего вам. До свидания. Всего хорошего вам. До свидания. Удачи. Самое главное здоровья. Да, да. Здравствуйте. А здесь у нас один человек, да? Как вас зовут? Маркушина Антонина Станиславовна. Антонина Станиславовна. Будем знакомы. Наборчик вам. Да, это вам. Сын не подходит по возрасту. Ну, до свидания вам. Всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Валентина Федоровна. Сейчас... Да. Валентина Федоровна, нужно срочно уехать. Да. Ремонтирую дом вам, да, там да, что-то крыша, по крыше? Крышу там кроют и сказали, чтобы мы приехали. Нам надо квартиру открыть, мы на 9-м этаже. А, вот как. Мы вам тогда наборчик здесь отдадим, но вам надо его отнести, да? Спасибо. Да. Помогут отнести. Да, на, там. Давайте, вам давайте, вам давайте. Всего там хорошего вам. Карандаш. Спасибо, пожалуйста. Рабочего дня. Спасибо. Здоровья, благополучия и счастья. Спасибо. И мирного неба. Спасибо. Да. До свидания вам. Спасибо, до свидания. Сейчас он будет. Это вот черный мужской. Я говорю, ну что? Два куски, Яна. Это да. А? Да. А здесь у нас колбаса. Давай, бери два ранга, пошли. Давай, бери два ранга и пошли. Чтобы не пропадало, сделали ящик. Людмила помогает нам. Тетя Валя с нами. Пожалуйста, проходите. Итак, да. Здравствуйте. Бибик Игорь Владимирович и Геннадий Иванович Барынко. Как зовут вас? И Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. А вас? Меня Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Да, хорошо. Так, да. Два наборчика. Здравствуйте, вам. Мы вам принесли наборчики. Это вот личные гигиены. А это продукты. Всего хорошего вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всех благ. Спасибо. Главное здоровье. Да, да. Не будете носить. Оказывается, раком болеет. В мае узнал. Да. До свидания вам. До свидания. И вам. Всего хорошего. Да, всем и благ. Здоровье самое основное. Да. Обследоваться не хочет. Ехать. Говорит, туда сложно попасть. На 4-й этаж подниматься. И даже если отвезут... Не соглашается обследоваться. Туда, говорит, если поедешь, то там и останешься. Ну вы подумайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анатолий Александрович. Анатолий Александрович, а вас? Людмила Семеновна. Людмила Семеновна, это муж и жена, семья. Здравствуйте. Вот они вдвоем в комнате. Это вам посвободнее у них. Спасибо. Спасибо. Здесь набор мужской и женский, вы разберетесь, да? Разберемся, да. Вот вам носочки такие, вы благодарны. Спасибо. Кто нам отправлял носочки вот такие? Спасибо. Много. Мне такие миленькие носочки. Спасибо. До свидания вам, счастливо. Спасибо. Пожалуйста. Бог здоровья. Вам всего хорошего, до свидания. До свидания. Конечно, нужно общаться с людьми, со всеми, но это будет очень долго, мы тогда не успеем. До свидания. Как вас зовут? Голтенко Виталий Александрович, 72-го года рождения. Виталий Александрович. Да. Это у вас до войны? В ходе войны. Ранение? Не в боевых действиях. Возле мирный. Дома. А
возле дома прилетел осколок. Да, и пришлось ампутировать ногу, потому что гангрена пошла. Вот. Я до сих пор не могу сделать себе инвалидность, потому что бюрократия. Уже... Сложно с документами, да? Да, но мне сложность, чтобы пенсию по инвалидности получить. Я почти год уже без ноги. В феврале будет год. Никаких изменений. А что говорят, когда сделают? Вот волонтер тоже ходит, занимается бумагами, где-то он опять, может, уехал на родину к себе. Он. Но у вас связь с ним есть? Телефон его есть. Нет. Позвоните, узнайте, когда вернется. Мне уже... Помогаю сделать, но целый год. Счет на телефоне уже вчера погас. Так что жду опять, может, придет. А пособие дают вам? Нет, никаких. Никакое вообще никакого. Не дают? А как вы живете? Как вы приносите? Так мы ж первый раз только приносим. Приходят, приезжают еще волонтеры, хорошо приводят. Приезжают волонтеры два раза в неделю, кормят, у кого совсем да. Ничего нет. Забрала обувь? Да. Забрала обувь? Нет. Как вас зовут? Александр Иванович? Вам не подходит. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Гляньте, сколько нам принесли. Мы вам принесли девочки. Помощь. Все вам верно, и... только я... Вы Виталий не представляете моего состояния. Я... Мне в глаза залетела пленка, я не... Не видите, да? Плохо видите? Абсолютно плохо вижу, понимаете? Вот тот 92 года. Вот проснулся и вот в таком состоянии, понимаете? Хоть, хоть что хочешь. Ну присаживайтесь. Присаживайтесь. Хоть что хочешь, понимаете? Дай одну минуту. Мы два наборчика оставили, они в одной комнате. Александр Иванович и Виталий. Да. Всего хорошего вам. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Большое спасибо всем добрым, замечательным людям, которые не проходят мимо чужой нужды и принимают участие. Благодаря вам мы можем помогать тем, кому сейчас трудно. И мне очень хочется пожелать вам много-много здоровья, радостных дней, и чтобы у вас было все замечательно. Я благодарю сердечно также тех, кто поддерживает меня лично, хотя бы иногда. Спасибо вам большое-большое, и пусть у вас в жизни будет все хорошо. Всем пока-пока.